Йо-хо-хо, и бутылка шиша. С вами, как всегда, я Пози, и добро пожаловать в виртуальную реальность. Сегодня мы вместе с вами окунемся в мир пиратов. Поубиваем скелетиков, постреляем с мушкетов. Я ж правильно назвал? В общем, сегодня мы станем настоящим пиратом. Для того, чтобы стать пиратом, нам придется надеть этот шлем. Пиу! Все? Мы с тобой готовы к бою. Пиу! Итак, я буду играть в одиночку, синглплеер, аркада, уровни или челлендж. А, челлендж. Челлендж звучит круто, ладно, давай с тобой сыграем в аркаду для начала. Разберемся, что здесь к чему. Воу! Вау! Посмотри на эту локацию. Реально, как будто я где-то в пиратской бухте. Пиу! Пиу! Минус один пират. Минус второй пират. Стоп, это не пираты, это разбойники. Я же, получается, пират. Раз у меня этот пулемет есть. Ну не пулемет, ствол. Слушай, если стрелять им в голову, то они очень быстро умирают. Это вот так странно. Не, серьезно, могу им просто стрелять в голову. Я же идеально целюсь. Опять в голову попал. Опять в голову попал. Давай посчитаем, сколько мы уже с тобой убили разбойников. Они даже ко мне подойти не могут. Понимаешь, я даже свой меч не могу применить. Мне очень хочется, но я не могу, потому что они просто не могут ко мне подойти. Вы что, серьезно, мужики? Че вы такие слабаки? Вы, наверное, пьяные. Напились рома в каком-то там баре и решили на меня напасть, попытаться ограбить. Но вы не на того напали. А, все что ли? Вы че? Серьезно? Ладно, старт. О, пиратская пещера. Пещера мертвецов. То место, где мертвецы не рассказывают сказки. Так, вон там вдалеке кого-то вижу. Опа, точно в голову. Скелет. Позадул свой ствол. Офигеть, на что я способен? Я киборг, меня так друзья называют. Киборг-убийца. Кто еще на меня? Падают как пчелки. Когда на них пшикаешь спреем от комаров. Так, ну вот скелет на меня идет. Хочу его ударить. Какой же я сильный. Офигеть. Ой-ой-ой, эти чуваки чем-то бросаются. Так, убил его. Так, убил. Этого убил. А, больно, 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 больно. Меня сейчас убьют в любой момент. Хватит бросаться этой башкой в меня. Мне больно. Так, 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 так. Этот уровень был немного посложнее, но мы с тобой все равно зачистили территорию. Потому что мы с тобой молодцы. Мы с тобой молодцы. Молодцы, огурцы. Огурцы. Так, ну что ж. Тут скелет на лодочке. Офигеть, как он быстро бросается этими штуками. Он начал это в 1000 раз быстрее делать. А еще они теперь не умирают от первой пульки. А еще они теперь скрываются в воде. И сзади начали появляться. Заразы-то такие, а? Хорошо, что у меня теперь есть эти стрелочки. Я хотя бы знаю, откуда они бегут. Так, 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 да откуда? О-о-о! Нам нельзя дать уплыть этому кораблю. Они пытаются угнать наш корабль. Э-э-э-э-э! Стой! Стой! Стой, стой, стой! Стой, ты куда поплыл? А ну-ка, стоп! Ударил! О! Разбил! Выстрел! Так, вон там он... Шиш! Это слишком потная игра, мне кажется, ее просто пройти нереально. Стой! Стой, не бей меня! Не бей! Остановись! А! Сколько вас тут? Опа! Бью двумя руками сразу же! Подорвал! Они почти уплыли! Нет! Так, 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 откуда? Откуда он меня бьет? Откуда он меня бьет? Ага, бросаешься в меня головой, получай в голову. Сейчас я поиграю с твоей башкой. Они уже почти угнали этот корабль. Я не знаю, справлюсь я с этим или нет, но становится очень сложно. Это правда. На корабле вроде бы больше нет никого. Так, с обратной стороны кто-то бежит. Клир! Есть! Мы зачистили. Зачистили базу. Огурцы! Зачистили этот остров от этих вонючих скелетов. Я боюсь, что сейчас будет. Я на пиратском корабле. Наконец-то я добрался до своего корабля. Ха-ха-ха-ха-ха! Неужели вы думали, что так просто избавитесь от пози Джека Воробья? Оба. Теперь на меня нападают просто пираты. Давай, по очереди. Пиу! Так, откуда? Они сразу несколько... Они... Стой!
Я не ожидал такого поворота событий. Не, серьезно, это было неожиданно. Моей камере конец! Я понял, мне нужно быть немного более аккуратным. Фух. Да, вот меня и убили эти засранцы. Ну ладно, ничего, бывает, с кем не бывает. Вот мы и проиграли. Плейтайм 280 секунд. Убил 63 моба. Плюс 3400 очков. Ну ладно, окей, чё, куда мне нажимать? Куда мне? Я хочу выйти в меню. Где здесь меню? Вот что мне теперь делать, а? Объясните мне. Да блин! Здесь происходит какая-то чертовщина. Почему у меня все падает? О, меню! Меню. Я не умер. Мультиплей. Так, сколько человек в онлайне? Один человек? Я в онлайне только! А, к сожалению, никто не играет в эту игру. Как же обидно. Так, что это у нас за челлендж? Уничтожь 15 бутылок. Окей, уничтожим бутылки рома. Йо-хо-хоу, и бутылка рома. Поехали. Так, бутылочки, вон они. Они слишком быстро летят. Я же не успеваю по ним целиться, ты понимаешь? У меня перезарядка слишком долгая. Я по ним не попадаю. Эй, так, целься ровно. Давай, стреляй. Сбил, не сбил. Сбил, попал. Давай, перезарядочка. А, время подходит к концу, 2 секунды осталось. Сколько я бутылок сбил? Сколько я бутылок сбил? Ау! Одной рукой, кстати, целиться намного легче. Наверное, 3 бутылки, не знаю. Ладно, уровни. На каком уровне мы с тобой остановились? Это вроде бы у нас был 4-й левел, да? С кораблями. Да, это был 4-й левел. Ну что ж, сейчас я повторю свою попытку. Так, пират побежит сейчас справа, если я не ошибаюсь. Я буду сразу же махать мечом заранее. Я могу даже на себя не смотреть. Я тебя и так убью. Так, главное, чтобы они не разрушили мой корабль. Фу, как потно. Вау. Так, меня они вроде еще не задамажили. Он прыгнул на меня. Ты прикинь, они прыгают, офигеть. Как? Что происходит? Почему они прыгают? Когда они научились прыгать? Так, убил. Сейчас убью! Ты чё, босс типа, да? Ты типа босс? The fuck! Я разбил камеру! Черт! Чуваки, тут произошло ЧП. Я разбил камеру. Даже не знаю, как теперь снимать видосики, но... Ставьте свой лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Оставайтесь такими же крутыми. Я, и бутылка шиша. Playtime.